шутки закончились в первый день, вы представляете себе? Заканчивается выставка безопасности и охраны труда. Вокруг звук скотча упаковочного. И я встретил счастливую Светлану Бахтина, директора выставки безопасности и охраны труда. Света, я очень разные впечатления слышал об этом месте, об этой выставке. Ну, в целом, что слышала ты? Дюта в этом году 25 лет. 25. Дюта – юбилей в этом году. С точки зрения дислокации, ну, дислокация у нас совершенно для Биота новая. Да. Это экспоцентр, это два павильона, третий и седьмой. Ага. На самом деле выставка собрала большущее количество экспонентов, даже несмотря на такие непростые пандемийные времена. Да. Пусть даже не все экспоненты приехали, те, которые планировали, которые хотели, которые рвались к нам. А к нам хотели из Пакистана приехать, и китайцы хотели приехать, из представителей Китая, КНР. Но, к сожалению, у них не сложилось. Да. Не смогли, мы их ждем в следующем году. Но в любом случае у нас выставка собрала уже более 13 стран. Мы понимаем, что уже более 280 экспонентов. И посетительский поток оказался очень масштабным. Угу. Даже с учетом таких вот непростых, именно непростых условий пандемии, необходимости регистрироваться по QR-кодам, но даже при этих условиях посетители приехали, и все экспоненты, которых я сейчас обошла, я специально, вот почему я такая счастливая, такой оптимизм, собственно говоря, такое радостное выражение лица. Все экспоненты, к которым я подходила, все как один говорят о том, что они рассчитывали на гораздо меньший посетительский поток. Люди, как бы посетители их реально порадовали. Приехали люди, которые заинтересованы, которым интересен Биот, интересны новые продукции, и все действительно очень соскучились по формату офлайн, и все рады встретиться, получить новую информацию. И за два года, ну, у нас получается, последний Биот был в 2019 году на ВДНХ, соответственно, за два года все очень соскучились, при этом у всех масса новых наработок, разработок, и все рады ими поделиться и представить. Поэтому Биот состоялся, Биот хорошо, просто отлично прошел. И вот исходя из позитива, который я сейчас слышу от экспонентов, у них будет масса откликов и масса работы в ближайшее время. Потому что многие говорят о том, что визитки закончились в первый день. Вы представляете себе? Да, да. Три пачки визиток, там, четыре пачки визиток закончились, анкета закончилась, да. А люди идут. Поэтому это действительно замечательно. Это поэтому здорово. Успехов нашим экспонентам. Да. И ждем вас снова в следующем году уже на Биоте 2022. Даты у Биота останутся традиционные. Декабрь. Это все-таки декабрь, вторая неделя. И при этом совершенно разные выставочные площадки. Угу. Поэтому здесь ценообразование экспоцентра. Угу. И, собственно говоря, что есть, то есть. Да. Но это все компенсируется, безусловно, близостью к метро. Да. К центру, скажем так, деловому сердцу столицы, к Москве. Москва-Сити, где также расположено огромное количество крупнейших компаний, которые посетили с делегацией выставки «Биот» и прошлись по всем стендам и приняли активное участие в работе, в том числе и деловой программы. Большое спасибо вам, Олег, за предоставленную возможность и за освещение «Гид-сизон Биота». Мы всегда рады вам.